Всем привет, друзья! С вами Роб здесь. Сегодня поиграем в режим под названием «Симулятор кристаллов и алмазов». Я думаю, что многие из вас догадались, что в этом режиме мы будем копать кристаллы и собирать алмазы. Но перед этим нужно пройти нереальный челлендж и успеть за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Успел? Лайк поставил, подписался. Кнопочку подписаться проверь, если она красная, жми на нее, чтобы она стала серая. Поехали. Итак, начнем мы, как всегда, друзья, с кодика. Кодик у нас уже есть, называется Welcome. Заходим в коды и вводим. Получаем, что мы с вами? Плюс 1337 денег. Неплохо, неплохо. Итак, давайте посмотрим, что здесь можно накопать. Так, с одного капка мы получаем плюс 15 денежек, да. Каждый раз получаем плюс 15, плюс 15. А что будет, если мы докопаем сами этот кристальчик? Пока не ясно и... Нет, просто по плюс 15. Помимо кристаллов у нас есть алмазики, и за них мы получаем по плюс 5. Неплохо. Воу-воу-воу-воу-воу, что-то подлагало сильно. Так, здесь у нас кто-то сидит, Гарольд Кол, это у нас бомжик Гарольд. Ладно, мы его трогать не будем. Можно, конечно, задонатить ему немножко. А что будет, если я задоначу Гарольду? Сколько нужно тебе донатить, братишка? 5 долларов? Ну, ладно, давайте бомжу дадим 5 долларов, пускай он порадуется. Купить Гарольду щенка и купить Гарольду одежду. Не, обойдешься. Я тебе 5 долларов дал. В принципе, на 5 долларов можно это все сделать. Так, погнали собирать алмазики. Алмазики по 5, в принципе. Если алмазов много валяется, это быстрее, чем вы будете копать кристаллики. У нас следующая локация. Следующая локация стоит 2000 кэша. И, в принципе, собрать их не составляет труда. А что это валяется такое? А, это у нас трава, какие-то кристаллики. Собираем 1700. Немного покопаем. Покопаем маленечко. Есть здесь автофарм, интересно? Вот так вот. Нету. О, это что такое? Плюс 125. Нифига себе. Нифига себе мы собрали. Ладно. Так, а я могу следующую локацию? У меня 2000 есть. Я могу открыть на следующую локацию за 2 косаря. Стейдж 1. Здесь есть стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3. Я понял. Так, здесь мы уже, получается, собираем по сколько? По 15. А копаем мы здесь по сколько? По 40. Неплохо, я вам скажу, по 45, по 15. Так, у меня уже 2000. Подождите, а у меня деньги не забрались, ребята. Здесь деньги, получается... О, уинчай это. Ой-ой-ой-ой-ой. Мое. Сколько? Плюс 375. Денежки не забрались. Почему? Не знаю. Так, давайте возьмем телепорт и телепортируемся в магазин. Что здесь у нас есть в магазине? Итак, наша кирка Default Pickaxe. Следующая она стоит 1000. Сапфировая, что-то непонятно, что она дает. И следующая 5000. Так, давайте, наверное, накупим с вами за 5 косарей. Что у нас здесь? Так, коды мы ввели. Настройки здесь понятно. Донатик. Донатик. Донатик у нас 10 тысяч, 110, миллион 200. Я почему такие суммы 110 тысяч? 100 робоксов? В принципе, кстати, чтобы быстрее все это дело проходить, давайте мы с вами просто закинем чуточку вот на 100 робосиков. На 100 робосиков закинули, все хорошо, у нас 100 тысяч кэша, все отлично. Можно себе прикупить какую-то кирочку. Допустим, за 25 тысяч можно купить себе кирочку, вот такую эмбер. Мы ее купили? Я ее, походу, не одел. Я ее купил, ребята, но как обычно... Я ее не одел. Так, давайте посмотрим. А нет, я ее одел. Просто она выглядит точно так же, как самая первая. Я понял. И сколько мы будем с помощью нее копать здесь? По плюс 60 в первой локации. Хорошо. Хорошо накопает по плюс 60 монет в первой локации. По плюс 60 долларов, не знаю. Алмазы я собираю по плюс 5. На алмазы, значит, это не влияет. Ладно. Пойдемте сами сходим во вторую локацию. Здесь мы будем копать, наверное, по соточке, да? Ну-ка, по 90. По 90, хорошо. Хорошо, давайте один кристальчик выкопаем. У нас еще 88 косарей осталось. Мы сейчас откроем с вами еще несколько локаций. Но я думаю, одну точно. Дальше у нас... А, мы несколько. 10 тысяч кэша. 50 тысяч кэша. У-у-у. Стой. Это мое. 375 я забрал. Так, 10 тысяч кэша. 10 тысяч кэша мы с вами открываем. Хорош. Здесь у нас алмазик по 45. Enchanted алмазик 1125. А кристаллы... А поскольку мы здесь будем фармить кристаллы? По 180. Окей, у меня уже есть новый титул. Impressive Manner. Как-то игра легко проходится. А, ну да, я же задонатил. О-о-о-о-о-о, еще один кристаллик. Так, у нас 92 тысячи. В принципе, смотрите, я почти вернул все свои деньги, которые я потратил. А, здесь локации ж не тратят деньги. Еще одна локация. За полтинничек мы открыли, следующая 250 тысяч. Вот тут уже нужно пострадать, постараться. А не, какой-то чувачок уже здесь бегает, я понял. Так, давайте, по 450. Ну, здесь уже можно фармиться. Кстати, есть вип-локация. Сколько стоит у нас вип-локация? Мне просто интересно. Там была в начале. Чего? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вип-локация за 777 робоксов.
оставьте, пожалуй-ка, себе ее сами. Я ее не хочу покупать. Офигеть, какие там дальше локации. Смотрите, лава локации, еще какая-то лесная. Здесь у нас пустыня с кактусами, с красными кристаллами. Нифига себе. Так, я хочу найти здесь кристалл Enchanted под названием. Посмотрите, сколько я выбью с него, скажем так, денег. У меня 99 тысяч. Ну, мне чтобы последующая локация... Вон, выпал. Бегу. Мне нужно 250 тысяч насобирать. Так, с этого получаю 3300. Вот это уже хорошо. Побольше бы таких кристаллов было бы очень круто. Ладненько, будем фармить кристаллики, заниматься, скажем так, майнерством. 250 косарей. То есть мне нужно еще столько же, как у меня, хотя я это все дело купил. На самом деле я... А сколько здесь стоит, если купить миллиончик? Миллиончик у нас стоит... О, не-не-не, миллиончик уже стоит дорого, правда. Нет смысла никакого покупать миллион, потому что это нереально косарь робокса на деньги, не. Я могу потратить, реально, я могу в играх потратить там 100, ну 200 робоксов на развитие, знаете, в начале, чтобы купить какую-то себе пушечку, либо там открыть пару локаций, чтобы можно было быстрее развиваться, но 1000 робоксов на деньги... Хотя нет, я же тратил в симуляторе пончика. Я помню, да, я психанул. А, я там хотел выбить своего питомца, да, которого мне сделал разработчик. Да, ошибался. Тратил 1000 робоксов. Тратил я 1000 робоксов на деньги, но это было один раз, и больше, наверное, такого не повторится. Итак, если разработчики опять не забатят меня на какого-то питомца, которого сложно поймать, и мне пришлось донатить, потому что выбивать деньги было для меня слишком сложно. Слишком долго, вернее. Итак, у нас с вами 118 тысяч. И как быстро кристаллы заканчиваются. Почему так быстро кристалл заканчивается? Или лучше бегать, собирать кристаллики, которые валяются на полу? Вот Enchanted нельзя пропускать. 3 косаря нельзя пропускать ни в коем случае. Итак, у нас с вами уже 124 тысячи. Это, в принципе, половина того, что мы должны с вами нафармить. Но у нас, видите, если бы Enchanted падали постоянно... Мне кажется, в VIP-локации там одни кристаллы Enchanted будут. Если туда попасть, там просто фарм будет нереальный. Но если бы сейчас випочка стоила робоксов 300, я бы купил. 700 я не хочу покупать. Хотя я думаю, что и без випки мы с вами прокачаемся неплохо. У нас уже кирочка хорошая. Правда, нам бы новую купить было бы вообще отлично, понимаете? Но проблема в том, что если мы купим новую, у нас заберутся денежки. А это будет для нас очень и очень плохо. Хотя, возможно, если купим мы себе новую кирку, она будет просто ОПшная. И мы будем фармить не по 450, а, допустим, мы будем фармить себе по, я не знаю, по 900. Тогда в этом есть какой-то смысл, друзья. Я думаю, что стоит, да, и, скажем так, проверить. То есть, кинут меня на кирку или не кинут? Вернее, я себя кину или не кину. То есть, я, в принципе, могу бы сейчас еще минут 10 подфармить и открыть себе еще новую локацию. Либо могу купить себе кирку новую за 100, там, 25 тысяч, да, и понять, стоило она того или не стоило. Я думаю, что мы с вами прямо сейчас так и сделаем. Так, давай, докапывай кристальчик, у нас будет 141 тысяча, здесь еще парочку соберем. Давайте 150 соберем, я просто, правда, не помню, сколько стоит та кирка. 125, либо 150 тысяч, так, и вижу, что оно кристалл выпал. Enchanted, это зачарованный кристалл, боже, какой он офигенный, смотри, какой яркий, красивый. Забираем 147 тысяч. Так, я почти все кристаллы здесь выкопал уже. Нужно в любом случае улететь сюда, пускай здесь отрегенится. У меня новый титул, Skillet Miner, типа скилловый пацан. Скилловый майнер, так, собираем, все, есть 150 тысяч, телепортируемся. А где здесь титулы? У меня 160 тысяч денег. А почему 160? А, это сколько нафармлено всего было за игру. Ну, ладненько, покупаем себе кирочку. Где моя кирочка? Это я не хочу одевать, не хочу. Вот моя, 125 тысяч. Дальше 625, очень дорого. Берем за 125, окей, тратим. Бабосики мои улетели. Ну, вот кирка у нас. Опять такая же, что ли? Почему все кирки одинаковые? Я получаю по 150, неплохо. В той локации мы получали по 450, да, поэтому идем ее и проверяем. Enchanted можно собрать, можно нет, 125 монет. Ладно, уже собрали, вижу фиолетовая локация. Но я хочу попасть вон в ту дальнюю, в зелененькую, где я только что был. Туда телепорта у нас нет. Телепорт есть только обратно, в начало. Быстрее бегать ездить не могу, хотя, по идее, могу купить себе, да? А двойная скорость, ну нет, ничего, обойдусь. Здесь рюкзака нет как такового, то есть вы фармите бесконечно. Неважно, сколько времени, сколько всего нафармили, у вас не заканчивается место. Так, я вижу зачарованный кристалл. Нет, я зачарованный кристалл уже не вижу, потому что молодой человек его загробастал. Но нет, дружище, я сейчас найду еще один. И мы посмотрим, сколько я получаю сейчас буду с одной копки. Так, забираем кристаллик. Забираем. Получаем 3300, ну кристалл не лечится. Итак, момент истины. 540. Нет, блин, зачем я покупал эту кирку? Вот это пипец.
То есть мне сейчас придется намного дольше фармить, чтобы попасть в следующую локацию. Это жесть. Блин, зачем я купил? За 25 тысяч нормальная была кирка. Ну правда, ребят, ну что, за 25 тысяч купил и нормально ходил, фармился. Ну елки-палки, зачем я ее купил? Только деньги. Вот реально, тут только потратил деньги. Стоп, а может быть здесь как-то можно пролезть в соседнюю локацию? Слушайте, тут вот к стене подойти, там типа вот через шифтик там поюзать какие-то махинации, попробовать запрыгнуть наверх вот сюда по дереву. Может, можно? Так, а ну-ка, тут какой-то выступ. Воу-воу-воу, смотри, какой-то выступ, погоди. Я могу на него залезть? Блин, здесь стена такая странная. Походу не залезть. А вот, смотри, какой толстый, широкий. Ну давай же, ну выступ, ну да давай я на тебя залезу. Не получается, ребята, у нас залезть на выступ. Может быть, с другой локации. В общем, если найдете какие-то баги, напишите в комментиках. А на сегодня я заканчиваю серию, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!